Давай. Гантели мелькает в заголовках украинских СМИ. Напоминаю, вчера он попал в довольно крупный скандал не из-за шутки на стрим. В данный момент его ролик с извинениями Инстаграм набрал более 50 тысяч подписчиков. А видос с обзором ситуации от блогера Стерненко уже более 200 тысяч. За прошедшие сутки блогер не появляет активность в социальных сетях. Надеемся, у него все хорошо. Убили его. Так вот, друг, привет. Значит, хотелось бы что Привет. у тебя спросить. А на Спрашивай. каком серваке вообще иногда вот бывает поигрываешь ты? АПРП. А чё, блядь? Аризона. РП. Чё, блядь, ты несёшь? Да я случайно сказал. Пиздец, дебил, блядь. Давай заново. Давай. Привет, друг! Здорово. На каком серваке ты играешь? Аризона РП. А сервак какой именно? Это проект. Аризона. Чан. Феникс. Ты долбоеб. Феникс. Феникс. А никнейм какой ты ввел при Данте регистрации? Конор. А промокод какой ты ввел на 5-м левеле? No Да, toxic. no toxic. А No цифра toxic. какая? Какая цифра? Пятьдесят Да, 54. Все верно. четыре. Все правильно. И вы тоже. Заходите и не будьте... Ну, дураками какими-то, да, то есть, чтобы вот такого всего не было. Сегодня мы смотрим, что мы смотрим? Самый тупой врач GTA Самп. Видеоролик моего любимого друга GTA Самп Ты мне Ютубера. экран включи. Нахуй тебе экран-то мой, давай я комментировать буду, а ты будешь такой, да. На шер видео. Да. Вот. Сейчас, ладно, сейчас включу тогда, подождите, ребят, некие неполадки. Посмотрим зеленый слоник. Не. Ладно. давай включай. Да сейчас, подожди, Сегодня я загрузка решил ебаная. попробовать себя. Блять. Адам Баранов. Видос, блядь, Блять. запустился, ебаный. Блядь, не грузится, нихуя, ты Адам прикинь, Баранов, просто знаешь вот такого? нашло. Да, было Знаешь? дело. Было дело. Помнишь, как у него скин был толстый? Да. Вот, значит, включай эти демонстрацию экрана некую. Вот, то есть. Прогрузка, прогрузка. Прогрузка у тебя Не идет, работает. да? Так, а сейчас. Давай я включу. О, загрузил. Вот. Вот я да, он. Все, давайте. Ждаю. Осуждаю. Давай, так сказать, смотреть. Давай. Так, вот оно, сейчас у Ага. меня компьютер пролагает, типа, маленький очень, вот. Давайте Ноутбук. начинаем, да. Сегодня я... А я почему не вчера, да? Да? Алло. 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 Алло, друг, ты куда пропал? Алло. Алло, друг. Алло. 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 Сейчас, подожди, я позвоню тебе. Алло, я тебя слышу, Дискорд. Алло, друг, алло, подожди. Алло, алло. Я тебя в Дискорд слышу. Так. Подожди, у тебя сейчас Белый дом, да? Ананас, кактус, язык. Да, все правильно. Так вот, значит, что у тебя там? Ты можешь смотреть вот. У меня все хорошо, я тебя слышу. Ты меня слышишь в Дискорде? И вот сейчас я тебя тоже начал слышать. Все, тогда давай смотреть А я нормально. тебя уже в Все. Дискорде не слышу. Что, в Дискорде? Так потому что я, блядь, выключился, ёпта, сейчас А, все. давай я тоже Включился. выключу. Все, давай, начинаем смотреть. Давай, да, давай. Давай. Все, давай с самого начала. Давай. Так. Только не залагивай опять. Это не я. Сегодня. Почему не вчера? Потому что даун. Я Ладно. решил Фидот Автоматов. попробовать себя в Автоматов. роли доктора Адам полечить. Баранов. Слышал? Вообще, да. Игроков и повыдавать медкарты. Это мой первый опыт работы в больнице. В медицине я Жопу мне полный мой. ноль, так что не судите строго. Если тоже хотите помедицинить, как я, то заходите на Феникс. зону Туксон. При Феникс. регистрации на мой Дамп микс РП. Трейф 0-2. Мортон, Данте на Конор. третьем левеле я дам вам 500 тысяч вирт, и еще 300 вам придет на Это пятый полная левел. хуйня. Я даю Все правильно. миллиард. Водите, как он говорит. Не, На водите деньги. Данте Конор. А если у вас фамилия Водите Мортон или антисамп. Стрейф, то дам вам еще 200 тысяч сверху. Меньше слов, Обязательно больше фамилию дела. ставьте. Погнали! Конор Прямо фамилия. сейчас, по щелчку пальца, я Дашь 200 стану тысяч сверху? главным лечащим 500. врачом. Ой. Ой. Да Ой. О. весь прикол в том, Пойду что пописываю. это Давай. всего лишь скин. А в А почему он, типа, не всего лишь там что-нибудь другое? самой организации я не состою. Офигеть. Серви, откуда? Оттуда! Вас не... А откуда? Нет в списке нашей больницы! Я Почему? аноним! Сер, можно ваш паспорт? Нет. Окей. Сер, выйдите из территории стола, вам... Алло, ты тут? Алло. 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 Ладно. Посмотрим так.
Здесь нельзя находиться. Хорошо. Может, вам чем-то помочь? Не надо. Вы кого-то ждете? Нет. Может, вас куда-то подвезти надо? Может, он не будет подводить меня, в самом деле? Не надо! Нет! Хорошо, тогда удачного вечерка! Вам алло. Тоже! Алло, да, ты тут? Алло. Ну, тут, типа, он пожелал удачного вечерка, все. Эй! Спасибо. Да, он тоже. Да наконец-то! Здравствуйте! Здрасте! Полечите, пожалуйста! У кошки заболи, у собачки заболи, а у Лёшки не боли! Че? Навального! Навального! Алло! Кто это? Да долбоёб! Здравствуйте, я бы хотел получить медкарту. Здрасте, ваше имя? Уильям. Так, а имя? Уильям. Потом вылейте имя. Куда вылить-то? Назовите. Уильям, выйди, вылей и зайди обратно. Меня звать так, алло. Алло, 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 алло. Да-да, я... Да. Слушай, я тебе написал. Не писай, не писаю. Уильям меня зовут. Ой, реклама сейчас будет. Сейчас давай посмотрим. Сейчас давай. Выбирайте. Опа. Дима Маликов. Дима этот. Стариков. Сейчас вторая реклама еще будет. Больше. Опа. Пизда, мне походу пизда за эти трейлеры. Блять. Кто? Представьте, что на экране сейчас. Миссия на вылет. В кино с пятого. Бля, мне ролик забанят за эту хуйню. Пробиваю вас в базе данных. А, хорошо. Итак, гомо. Сек, ща приду. Хорошо, жду. Я тут, сер. Гей. Кто? Друг мой. Сер. Гей. А, хорошо. Что насчет медкарты? С вас 10 тысяч, гомо. Сек. Чё говоришь? Средний возраст у аудитории какой? 28. Ща дам. 35. Гаденыш, блин. Он мне дал деньги через МИ. Хорошо, я тогда ему даю медкарту тоже через МИ. Спасибо. Нормально, он затравил его. Всего хорошего, гомо. Сек, а где тут столовая? По коридору прямо. Спасибо. Сек. Здравствуй. Здрасте. Медкарту можно? Можно. Давайте. Давайте. Ну... Вы давайте. Нет, вы давайте. Так-то вы мне должны дать. Пидот автоматов. Вы... Что? 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 Ну пидот дайте. Пулемет, да? Давайте. Да, да. Я жду. Я тоже. Ну? Ну? Дадите? Дам. Давайте. Вы о, давайте. Что? Давай, давайте. Давай. Деньги. А, точно. Вот я дурак. Вот он дурак. Что? Ага. Вы дурак? Почему вы обзываетесь? Вы сами себя так назвали. А, точно. Вот я даун. Ага. Что? Ага. Вы даун? Почему? Да, бля... Как пол сменить? Вам какой? Мужской. Что? Мужской. Могу предложить вам глянцевый ламинат. Мне... Ну, он предлагал, типа, глянцевый ламинат. А разница? Ну, бывает. Другой пол нужен. Линолеум? Я не тот пол выбрал. Почему? Мне сделай пол мужской, нормальный. А-а-а, я понял, керамическая плитка. С подогревом. Трансгендер. Трансформер. Т-24. Тупишку мне пришей! Так это не ко мне. Там не так было. А кому? Врачу. А ты кто? Так спи мне, пол! Спешу вас обрадовать. Именно сегодня у нас акция при а смене пола натяжной потолок. Заебись. Добрый день. Здрасте. Можно права? Какие права? На машину. Вы... Не туда попали. А куда? В больницу. У мужчин нет прав. А, в штате Аризона. Витёк малой, а есть большой. А есть большая, видел? Ну, блин, слив. Да. Да. Идите. Васуп. Суп? Васуп как? Ватсап говно, кстати. Вайбер лучше. ICQ. Пользуйтесь ICQ. ICU. Суп. Даун, метку дай и 3 рецепта. Что? 3. Что тереть? Метку дай. Чью? Мою. Что моешь? Мой. Что да, мыть? Ну, жопу вообще. Мне мой. Давай. Мой. Кто твой? Мой, говорю. Кто твой? Мой. Даун. Кто твой даун? Я в тебя сейчас магазин выпущу. Ашан? Равшан. Очень приятно. Нихуёво. Я за тобой слежу, чмо. Качевня, да? Конечно. Есть, типа, на улице возле дома всегда. Нет. Магазинчик. Ашан? Угу.
Конечно слижешь, ты же девочка. Тупые дауны. Не, вот я тут типа против. Клитор нежная штучка, лизай, не кусай. Я сказал, клитор грязная, кто? Сучка. А. Лизай, не кусай. Надо ели! Ели нет, есть сосна. Давай сосну! Так сразу? Да! Война 2 видел, кстати? Слышь, есть сосна. Соси. Ладно, давай дальше. Блять, чё без звука-то, сука? Букву М нажал. Сразу? Да! Соси. Скажи честно. Ты даун? Не знаю. Скажи как есть. Ртом. Ты ща людей получишь. Людей? Ртом. Люлей. Кебаб? Ты откуда? От верблюда. Ты москвич по любасу. А кто? Я Жигули. Давай встретимся. Кебаб машина типа. Волга. Охуеть. По голове надаю. Нет, я тебе. Ага. Попугай меня еще, давай. При чем здесь попугай? Тебя как звать, урод? Кай. У тебя имя даже не пацанское. Ведешь себя как тёлка. Все, мне пора, я тебя обоссал. Покакай. Не хочу. Фамилия Мазерати. Чмокай. Типа, кого? Мазерати, да. Как Порш. Чмокать. Жопу мою чмокай. Так, у меня провалы в памяти. А давно? Чмокать, что? Провалы? Какие? В памяти. Вы о чем? О провалах? В чем? В памяти? Типа забыл, понял. Кто? Да. Доктор? А, док, у меня проблема. Какая? Ламба или фера? А? А? Бабла до неба. Разве это проблема? Проблема. Да, что? Проблема! У вас? У вас! У меня нет у нас. Проблем! Я, наверное, пойду! Идите! Куда? Куда шли? Куда я шел? Не знаю! Помогите! Чем? Что? Чем помочь? Кому? Вам! Мне? Да! Где? Отдам баранов! Больно! Да, отдавай! Кого? Баранов! Я отдам баранов! Отдавай баранов! Кого? Баранов! Каких баранов? Ну ты говоришь, отдам баранов. А это кто? Ты. Я вложился. Блядь. Капитал. Зачем? Не знаю. Я давай пойду. Пойдем. Идите. Видел эти мемы? Видел, это мои пацаны в рот дают? Может, посмотришь сейчас? Иду конфеты Гордон в шоколаде. Нет. А видел видос, пацаны в рот дают? Нет. Ладно. О, здрасте, куда? Вы пожарный? О, да, пожарьте мне картошку. Мы не жарим, мы тушим, но... О, реклама сейчас будет опять. Вылечите, давай посмотрим, что там. Что у вас болит? 10 реклам. Samsung, да? Почему он рекламу вставляет? Я не знаю. Реклама. iPhone. iPhone лучше будет. Не лагает хотя бы. Экосистема Galaxy. Настрой... Какая там экосистема для долбоебов телефона? У меня Samsung, советую. У меня iPhone, советую. Орган отказал. Могу гитару дать? Нет. Рояль, может, лучше? Бей-то есть? Да нет. Пианино. А рояль? Орган мне лечи. Извините. Ремонтом музыкальных инструментов мы не занимаемся. Ну, пожа. Лечи меня, я плачу. Не плачьте. Я не плачу. Платите? Чё за роман? Я Глеб. Лечи, а? Лечу. Куда? В Саратов. Вылечи, голова. Еду в Саратов. Видел, слышал трек? К девочке Коле. Не, я не слышал. Дальнобой называется. Где послушать можно? Там пацаны в рот дают. БНДЛК Дальнобой. А, окей. Там пацаны в рот дают. В треке. Давай, смотри дальше. Где конкретно? Виски! Нет. Мы не смотрим, мы работаем сейчас. А. Аризон РП Феникс, IP описание. Уважение, почет и любовь. А денег? Нахуй они тебе нужны? Это чисто бумага. Я на работе. Виски! Вы предлагаете мне выпить? Виски! А может, по пиву? Колеса мне дай, я пошел! Вам какие? 18-е или 20-е? Дай что-нибудь уже! Это диски. Что? Нет? Жгут! Где? Я не знаю, ну колеса это же типа на таблетке, не? Ну. Ну. И что тогда? В чем не знаю. А что ты остановился? Мне жгут! Стойте тут! Я за огнедушителем! Да ты идиотина тупорыл! Врача! Да-да! Утку мне поменяйте! Ты уже все съел, что ли? Утку? Нет! Утка, в которой моча! Слышь, не гони! Чё? Нормальная утка! Жена готовила! Утка, в которую суд! Братан, если ты съешь в утку, у тебя явно проблемы с головой! Все суд! Я не даю суд! Я не даю суд! Чё говоришь?
проблема у того, кто это придумал. Ссать в утку — это нормально! В свинью ссать не просто! Слышь, я помню, войну 20 лет, а пчел теленка ебал. А как звали персонажа? Да хуй его знает, а мне рассказал Феллини. Вылечи! Что у вас? Голова раскалывается. Держите клей, заклейте. Горчичники мне положите. Майонезники тебе. Это охуительно, ладно. Здравствуйте, пациент. Здравствуйте. У меня для вас две плохих новости. Какие? Одна плохая, вторая очень плохая. С какой начать? С плохой. Вы умрете через 30 дней. А очень плохая. Я должен был сказать вам это 30 дней назад. Ебать. Роберт, чего? Скин ты даешь? Да. Сколько? 30. Го на тачку обмен. Какую? Ну чё, купишь? Могу на тачку. Ему он тоже не сказал, что это самое умрет через 30 дней. Просто тоже с НКПшного лова. Для видео. Тачку обмен. Какую? Уранус Full Tune плюс 160 евро и скины. У меня был Уранус на Ченли. У меня тоже был, он дешево стоит. Ты был на Ченли на Аризоне? Да, у меня аккаунт взломали потом. Меня тоже взломали. Пиздец, просто ужас. Ясно. Ну, играйте на Аризоне на РП. Чё говоришь? А я тебе Уранус подарил? Да. Я не помню. Согласен. Можешь приехать в полицию СФ? А, могу. Ты мне дай денег, давай, я потом Уранус подарил. Я вспомнил. Ну, просто ебались. Окей, похоже на то, что я сейчас продам скин, который мне выдал админ, и который, по сути, продать невозможно. Ебать, он наебщик. S-K-A-M. Слышал песню? Нет. Послушаем сейчас. Да ну ё-моё! А вот и он. Здорово! Скин продаёт. Так, мы куда-то бежим. Здорово. А, так он еще и мент? Я мало того, буду сейчас обманывать игрока, так я еще и обману мента. Да он в тюрьму попадет. Видел Хованского? Кто это? Я не знаю, таких людей. Тачка неплохая. Го? Го. Сначала в отель, потом авторынок. Ок. Дело в том, что я никуда не заселен, а чтобы иметь машину, нужно жилье. Так что нет, сейчас сниму номер в отеле. Не нужно. И нужно. Новые правила. Буду, получу эту тачку. А если, типа, купил машину, а отель слетел, машина остается. Бесплатно? Так. Так можно... Аризон РП Феникс. Ну да. В отеле. Сейчас быстренько заселимся. И где он? Бро, у меня краш! Пиздец. Иди возле отеля! О! Я твой краш! Значит, ты мне дашь! А что такое краш? Это будет обмен баш на баш. Значит, краш-то сперма на губах, когда. Не-не-не. Че это? Че это? Я тебя огорчу, но краш-то. Когда. Как плохо тебе, в общем. Давай дальше смотреть. Ладно. В больницу не уже? Буду говорить, езжай сюда! Стрек есть такой, типа, классный, всегда слушаю. Типа, знаешь? Пусть будет трек. Ладно, неважно. Опять монетизацию сниму. Ок, ща буду. Надеюсь, его больше не краш. Потому что трек секс. Нет, ты... У нас все получится. Так, а вот и автобазар. Сейчас будет интересненько. Базар. Ну чё, кто первый? Давай ты. А давай ты. Так сперва так, а потом я. Давай мне тачку, а я тебе сразу скин. Я тебе еще скины должен дать. Я знаю, но давай сначала тачку. Не, сорян. Ну давай. Угу. Чё за что? Пиздец. А нахуя? Бля. А за что? Да он нормально, Сэм Мейсон, потом он пишет, его разбанит. Все, ребят, всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Ой. Что? Включай. Давай послушаем. Ладно, друзья, всем еще не спасибо, сейчас подождите. Всем пожалуйста. Всем пожалуйста. Сейчас что-то не грузится нихуя, компьютер у меня слабый стал. Совсем уже... Термопасту намазать. Смазать надо шестеренки. Механизм смазан. Сейчас, подожди. Пошел. Ну, все было отлично, да. Сейчас вот посмотрим. Так, ну тут, короче, до 12 секунды я что-то базарю. Да что он насыпает-то там? Что-то насыпает, ну, красиво. Видимо. Да. Тарелку типа. Так, и сейчас включаюсь. Понял. Видосы, набираю лайки, наборы провожу на 8 маке, стримы, видосы. Это машина у него, конечно, это Субару, да?
на восьмом. На старенького, но зашел на серый, сразу флут, хейтеру в ебало бьют. Зафастил дела на капте, поклоняйтесь, суки, батя. Че сказал, ты охуел? С хамитла я полетел. А куда он полетел? В зале, чтобы все охуевали. Ты перепутал берега, эти квадраты наши. Я дам тебе пизды, встречайте, макияж. Встречайте. Тесно выезжает с мясовозка. Диклемка и приколы, зарядиться после боя. Стримы, видосы, набирают лайки, наборы провожу. На восьмые майки. Стримы, видосы, набирают лайки, наборы провожу. На восьмые майки. Стримы, видосы, набирают лайки, наборы провожу. Дизлайки, на восьмые майки. Стримы, нет, видишь, мало дизлайки. Набирают лайки, наборы провожу. На восьмые майки. Вышел с дурой раз на раз, вар захавал, пидорас. На партнерку не живу, снова в бане. Дежавю, патрук. Я на партнерку живу. Всегда делал пародии, сейчас решил так отрать, что скажете. Я особо не шерю, но решать вам, продолжать, да? Да-да. Макияши, продолжай. Бонов, мало. Стартанут дорез пикросик, снова у нее засада. В маске выпасает гость в погонах. Парень, не нарушишь мои планы от таких, как ты. По жизни пахнет калом. 1.5.0 в кармане, с притона забираю. И если еще кэш, то в моменте стримы, видосы, набирают лайки. Реально набирают? На 8. Ну, видишь, 64 тысячи. Все, уехал. Набирают лайки. 64 тысячи вижу. 6000... Че, сколько? 6 миллионов 400 тысяч. 64 лайка. Блять, сколько тут? 6 миллионов 400 210 тысяч. Ну хуй знает, что миллиард тут какие-то. Все, ребят, ладно. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. С вами был Данила КПРФ, Никита Единая Россия. Все прочие люди. Антисамп. Заходите на Arizona Replay Phoenix. Вводите мой никнейм Данте Коннор. Вводите мой промокод NoToxic54. Все будет отлично. Если хотите чаще видеть Никиту Справедливая Россия тут в комментариях у меня, то ставьте лайки. 250 лайков за 5 секунд под данным видеороликом. Новая серия выходит сразу же. Всем пока. Не останавливается запись.